Дамы, господа, давненько мы с вами не встречались. Сегодня отличный повод. Разговариваем шепотом, потому что, во-первых, ночь. И самое главное, мы, конечно, не хотим спугнуть сейчас объект видеосъемки. И сегодняшняя тема, значит, называется «Словарь деда». И сегодня рассмотрим термин «крокодить» и производные от этого термина, там «крокожу», крокодил, докрокодить, перекрокодилить. Сейчас мы очень аккуратно пробираемся через залежи материалов, которые дед разбирает здесь для Revision Online. И я вам, если сейчас все получится, покажу визуально, как же крокодить. Давайте сейчас постараемся это сделать. Значит, издалека начнем. Если нам повезет, как бы сейчас мы увидим, как крокодить. Да, вот. Смотрите. Вот он, крокодил. Настоящий. Сейчас поближе к нему подберемся. Вот, ушел. Ну что ж, значит, не смогли мы с вами, к сожалению. А вот он, давайте посмотрим на него. Вот он, крокодит. Вот, видите? Вот так вот. Вот. Это на самом деле не единственный обитатель этого пресноводного водоема. Здесь есть еще целая тусовка. Вот. Мы чуть попозже с вами обязательно их всех изучим. Потому что, значит, есть такой термин — запуск аквариума. К сожалению, мы еще пока не запустили его до конца, и вода не очень прозрачная. Работаем над этим в перерывах между подготовкой релизов к Revision. Осталось буквально 18 часов. Вот. Скоро все случится. И, конечно же, друзья мои, все заходим сейчас на наш сайт. Называется... Вот он называется... rmda.su. И там все есть. Все там есть. И былое, и думы, и как будем побеждать. Собственно, это был новый выпуск «Сидим, пердим с дедом». Подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч прямо на Revision Online. Пока.